Миранда – это человек-мотивация. Вы только вдумайтесь. Сразу после рождения от мальчика отказалась родная мать. Родственники, в которых жил мальчик, постоянно били и издевались над ним. Когда ему было 9 лет, он покинул их и стал бомжевать. Спал в мусорных баках, ел раз в несколько дней, как правило, пищу, которую выкидывали другие люди. Однажды ночью мне приснилось, что я боксер. До этого я никогда не думал о боксе, ринге и перчатках. Я понял, что бокс будет моим спасением. После этого у него появилась мечта стать боксером. И каждый день он уверенно шел к ней. Он сдавал кровь и дрался в нелегальных боях, тем самым зарабатывал деньги на то, чтобы пойти в зал. Он мыл полы в нем, и за это ему разрешали там ночевать.